привет! Мы на кухне. Меня зовут Маргарита. Сегодня мы с вами будем делать торт, как из Pinterest. Сейчас эта тема довольно актуальна на YouTube. Я смотрела видео, где девчонки брали просто готовые коржи магазинные, сверху крем добавляли, украшали и типа готово. Но мы с вами будем делать полностью все сами, печь бисквиты. Эти торты еще называют Bento Cake. Это маленькие корейские тортики. У меня будет размер 18 сантиметров. Обычно их делают меньше, но какая форма есть. Это будет бисквитный торт. Внутри шоколадная начинка и сверху крем-чиз. У меня есть только фиолетовый краситель и получается белый крем. Будем что-то из этого придумывать. Для бисквита я возьму 4 яйца, 110 грамм сахара, 65 муки, 2 столовые ложки какао. Для крема у меня будет сахарная пудра, 2 упаковки крем-чиз и масло. Рецепт я оставлю под видео. Перемешиваем тесто аккуратно снизу вверх, чтобы яйца не осели. Далее я взяла форму, застелила пергаментом, поставила на поднос и все выливаю в разогретую духовку до 180 градусов. Прошло 30 минут, бисквит уже поднялся, но он еще сыроват, поэтому займемся шоколадным кремом. Для шоколадной пасты я беру примерно 60 грамм сливочного масла, 300 миллилитров молока и ложки 4 какао. Ставим все на печку, доводим до кипения. Как только закипает, убавляем огонь и добавляем ложку муки, чтобы загустело. После необходимо все это взбить блендером, разбить все комочки. Бисквит готов. У меня он выпекался 50 минут. Сейчас он остынет и вытащу его из формы. Если у вас плохо отходит пергамент или сама форма, то просто берем влажное полотенце, на несколько секунд прикладываем и все хорошо отходит. Пропитываю сиропом, жду, пока впитается, и выкладываю крем, распределяю. Далее собираю и убираю в холодильник, чтобы это все пропиталось и немного охладилось. Загляните на это говнище несусветное просто. Что это? Ну все, ребят, закругляемся.